джиу-джитсу, спорт без травм и косметических повреждений. Да. Вот оно, очередное доказательство. А? Я пока сам просыпался. У тебя хороший фильтр, я на нем молодая. Да? Да. Это ты просто без очков. А, да, кстати, да. Ну что, какие новости? Как тут борются? Что, как? А я, как обычно, фоткаю только Чехова, поэтому... Да. Смотрите скоро на BGFreaks фотосессия Чехова. Чехова. А кто это, кстати? Ну, там, короче, один такой чувак, такой. Единственный повод, почему я ее беру на соревнования, ну, соответственно, лайки в Инстаграме. Так. Сегодняшних соревнований лайков не будет. Блин. Я предлагаю вычесть у нее из зарплаты. Да, да, да. Согласен. Минус, да. Почку. Сколько я должна вам почку заплатить? Почку. Ленка, привет! Есть тебе вопрос. Лена разминается. Блин, Гранкин. Нет, сейчас, блин, Гранкин. Дмитрий Гранкин. А, ты же обещал завязать джиу-джитсу. Так вот, завязываю. Сам завязываю? Да. Еще не разучился. Раньше умел два узла, сейчас только один, помню. Мужик. Спасибо, это очень важно для меня. Что-нибудь интересное сегодня? Другим первый, да. Просто не для эфира было, да, но в эфир не могу сказать. Нет, ну были интересные схватки, острые, резкие, быстрые и мощные. Я вообще нулевой сегодня. Да, после нулевки? Балтика 0? Да. Майку получил? Да, майку получил. Ты же за майкой приходил? Сейчас буду мстить в гей. Мстить? Ну как мстить, самому себе. Взорвешь татами? Ну надо. Как оно? Как настрой? А я уже все. Шестое? Второе? Из двух? Из трех. Слушай, ну ты красава. Это успех просто. Еще красава. И в ноуги. Ну, судя по Рашгарду, ты по черному наступал. Да. По черно-белому. По черно-белому, да. Главный благотворитель Арабской Федерации. Заплатить деньги и не пойти бороться. Я еще кому-то, видишь, это... Сэкономил медали. Миша, будем рады тебя видеть на наших турнирах. Обязательно регистрируйся. Да, обязательно. У вас слишком ценник маленький, мне стыдно столько жертвовать вам. Специально для тебя мы сделаем специальную регистрацию, то есть для всех 1000 рублей, для Самойла 3500, наверное. Хорошо. 6. А вот какой-то потный мужик. С поклонницей. С поклонницей? Да. Когда тебе расписываться, давай? Да сейчас. Че, как отборолся? Посредственно. Но это понятно. Хватило средств, чтобы выйти в финал. Да. Дорого сегодня? Да не очень. Почем 2 балла? 2 балла, да. 2000. А, ну нормально. Кес нормально. За балл. Закон к чертям.
общем, турнир идет. Мы должны освещать этот турнир. Освещаем. Вместе с солнцем. Светить всегда, светить везде. В общем, это про нас Маяковский писал. В общем, турнир идет, все хорошо, спортсмены выступают. Рефери показывают всякие знаки. Все как обычно, без происшествий. Будут происшествия, вызовем МЧС. Скамейка запасных. И кого там еще? И Ухарова. А вот уже известный нам... Мужик с молочными железами. Мужик с молочными железами. Веселый, да. Что-то радостный, ну, это... потный. Да. Так домой пойдешь? Из коврика, что ли? Да-да-да, и второй, смотри. У меня два разных было. Парни пытаются войти в вес 76 по специальной системе диеты. Я тебя помню. Ты меня тогда в кино выложил. Ну, смотри. Да, кстати, все сатан. Показать, да? Сейчас покажу. Лёв, короче, я тебя там жду, ладно? Смотрите, я знаю эту женщину. Повернись, ну, ты умеешь. Сначала профиль, потом пас. Че, как дела? Нормально. Хочу, чтобы ты меня это провел внутрь, сфоткал быстренько, я поеду домой. Ничего, все раз. Че, ты быстро переоделась? Да. Не вызвали? Быстрота наша все. А, за 15 секунд с Абмишином выиграла? Нет, меня. Ну, кто-то же выиграл. Кто-то выиграл, да. Пис, увидимся. Два даже вопроса. Кто виноват был в конфликте этих двух молодых людей, что они боролись? И второе, почему... Это БЖЖ вообще виноват. И почему человек, который... БЖЖ вообще причина вот этому глобальному кипишу. Все между собой что-то разбираются. Кто она такая? А почему ты не вмешался и не разнял их? Я наблюдатель. А, окей. Я за справедливость. Пусть один на один разбирается. Если там грязь будет, пальцы в глаза, за ноздри тянуть другие, тогда вмешаемся. Давайте Женька научим правилам, что колено на животе считается, когда вторая нога стоит на земле. Я привык покупать соревнования. Вот. А почему сейчас? Вам просто не хватило денег, Евгений? С чем это связано? Кое-где мне мало платят. Это точно не БЖ Фрикс, потому что там не платят. Там не платят, да. В принципе. Да. А где-то мало, но я думаю, что места надо знать. Да, где доплачивать. Ну, хочу пожелать вам высокооплачиваемой работы. Спасибо. Впредь. Я стремлюсь к вашему уровню. Вот, очень приятно. Это не ты, да? Вот это был Евгений. Я не понял, что он имел в виду, стремился к моему уровню. Но было приятно. Но он пророст, очевидно. Парень, у тебя что-то с лицом. Да, серьезно? Да. Красивый очень. Ну так. Как будто бы. Дип Хавгард. Это работа из Дип Хавгарда. Вопрос. Ответ. Сегодня была категория дрищей. Почему ты не выступал? Я сейчас уже мужчина. Я как раз сегодня только сдал экзамены по ботанике и решил прийти сюда в перерыве между обучением. Завтра буду сдавать экзамены по биологии. Да. Как борются ваши братья? Собратья по несчастью, ботаники. Собратья по ботанике? Нормально борются, хорошо. Пойдем. Есть чем гордиться? Да, есть 5 медалей, поэтому все замечательно, все хорошо. Мало кто знает этот инсайт, но
первую ступеньку пьедестала во время отсутствия атлетов согревает надежная задница одного из рефери. Моя любимая блюда это 85 килограмм. Хачатур люб. А теперь мы пошли по женщинам. А что по нам идти? Здрасте. 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 Ну что? Свет всея российского женского джиу-джитсу, как у вас успехи? Алексей, вот где вы были? Там драка была, а вы пропустили. Была драка? Да. Ну, это там что-то какая-то такая массовая какая-то была. Да. Ты, знаешь, первая мужская драка в БЖЖ. А реально красиво, да? Нет, кто-то кого-то вточил, дальше набежало по 30 человек со всех сторон, была толкотня. Скучно. Ира, что грустишь? Я тоже драку пропустила, как и ты. Ты тоже пропустила? Я тоже пропустила драку, вообще. Самый пикантный момент чемпионата. Тапки сперли. Сперли тапки, представляешь? Мазафака. Дауд Адаев сообщает, что его поклонники или поклонницы это сперли мои поклонники. У него тапки. Это мои поклонники или поклонницы. А, у Димана тапки? Конечно, Дауд все в порядке. У него нет поклонников. Нет поклонников, нет проблем. Вот, у меня поперли тапки. Так что будьте осторожны, берегите свои тапки. Это Чехов. У него засратая бронза. Для Инстаграма не важно, какая медаль. Через 2 недели никто не вспомнит. Тем более. Ой, девчонки, а почем медали сегодня? Медали? Это секретная информация. Я никому не скажу. Ну ладно, цену назови, назови цену. А если я камеру выключу? И все, я выключил. Я не вижу. Ну я... Когда-нибудь я обманул кого-нибудь? Отлично. Сколько сегодня людей засудил? Всех. А сколько из них за деньги? Ну, блин, это секрет. Такую информацию не разглашаю. Много было крутых сабмиссий? Да. Парочку было очень интересных, которые я никогда не видел. Сайт контроля через ногу как-то душили. А знаешь, где они их увидели? На BJJ Freaks. Смотрите, ребята, не пропускайте интересные техники. Да, вот скажи, пожалуйста. Это все он. А я понимаю. Много было интересных схваток сегодня? Да, на самом деле очень много схваток. И радует то, что я достаточно давно здесь, да, в этой теме варюсь. И с каждым судейством я вижу одних и тех же спортсменов, да, те же лица, но каждый из них развивается, и это радует. Каждый из них добавляет в арсенал какие-то новые приемы, новые техники, новые виды гарда. Вот, и очень интересно бывает смотреть за ростом ребят, да, ребята растут, ребята развиваются в техническом плане, и реально интересно смотреть бывает. Выключайте эту лободу, мужчин, пойдемте, пожалуйста. А? Рам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, арам-зам-зам, 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 гули-гули-гули-гули, хорошего вечера, и мы поехали тоже немножечко. Давай, удачи, пацаны.